деньги не пропадут, но тем не менее очень печально то, что и управляющая компания, и подрядная организация недобросовестно отнеслись к выполнению этих работ. Ну и по сути дела не заработали те денежные средства, которые могли заработать именно в этом году. Ну а самое плохое то, что жители города, которые так ждали выполнения этих ремонтных работ, так и не дождались этого в этом году.